дорожные кварталы освобождены, и танки уходят вглубь, помогая пехоте добить окруженного противника. Машины идут туда, где нужна их огневая мощь. Танки расходятся в стороны. Каждый действует на своем направлении, заодно обеспечивая прикрытие от тыла друг друга. Прибыло подкрепление для штурмовых групп. Необходимо эвакуировать раненых через простреливаемый перекресток, и танк прикрывает их собой.
Одно за другим подходят свежие подразделения. Наступающей пехоте нужна помощь в уничтожении укрепленных позиций врага. Один танк уходит помочь пехоте огнем, другой прикрывает его. Офицер корректирует действия экипажа. Давай вперед и направо. Смотри, я впереди тебя. Вперед, целься ниже, стреляй. Поближе, я нахожусь рядом с твоей пушкой. Стреляй ниже, цель чуть ниже. Посмотри направо.
Здесь я стою. Все, кто слева и впереди, враги. Не лезь вперед, стой на месте. У тебя все в порядке? Штурмовые группы наступают и постоянно корректируют огонь танка. Все, назад, назад. Наконец, от атакующих поступила информация о том, что группировка террористов уничтожена. Кварталы полностью очищены. Бой завершен. Будут другие, но не сегодня. Несмотря на тяжелый бой и понесенные потери, задача выполнена. Нет для солдат лучше слова, чем победа.
Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.